О, у меня, кстати, разблокировался скрытый транспорт. О. Потому что я в другую версию зашел. Смотрю, на 4 человека. Так, ну, и да, должно быть. Все, отлично. Что, запускаешь? Что там? Спринт, да? А вы кто, да? А ничего, что я что-то... Я что-то кинжу... про класс. А кто, кстати, брал кролу? Кролу неплохо так-то для... Я взял. Так, кролу взял? Так, я тогда... Начинаем, да? Ну, запускаю. Да. Готовы все? А кнопка какая, напомню? Ну, я помню. Но она активируется именно когда мы в игре, да? Контракт. Да, да, да. Понял. Так, попробую. Что он взял? Лимут. Да, да. Ты, я не знаю, дрифта или нет? Он же и так дрифтит. Он же, по-моему, и так дрифтит без дрифт-физики. Ну это да. Согласен. Я не знаю, как он получился. Наваливает на него. Я так не помню, на этой версии я ставил этот режим, по-моему, да. На К нажать. Угу. И узнаешь всю истину. Вот если сейчас мне опять ДБ камера включится, я не удивлюсь. Так и произошло. Так, дрифт-физика включена. Ну все. Ой. Карпонимы. Что-то всяк. О, нифига себе, тут дрифтят. Правда, тут парный не получится. Дрифт здесь слишком аркадный. Да. И в Кенджи что-то резко вообще не... Да-да-да, резкий очень. Я... Ну, у меня есть там этот 350Z я делал, я его тогда и возьму. Ну, дрифта... Потом. Ну, кочеровку. Лучше делать вообще авто, который сам прокачиваешь. Вот у меня прокачан на дрифт, я его сейчас возьму. Что? Блин, тут плюмут крутился только что. Да, тут рассинхрон идет. Капитан. Ну, сервера 2006 года, неудивительно. Ну все, наконец-то мне игра 1080p. У меня не лагает ничего. А то непривычно было в 4К. Ой! Играть. Ну да. Это тут какой-то резкий дрифт. В 4К, да, это да, слишком да, жирно. Надо было в городе, там больше места. В городе? Ну... Каньоны так и тоже тема. Ну тема, тема, но... У меня опять эхо. Все, в следующий раз поставьте третий класс. У меня там 350Z. Прокачанный. Уже не дрифта. Так, кочеровку. А то Кенджи что-то вообще не дрифтит. Кочеровку. Блин, а кочеровка тут что-то овощная. Немного по скорости. Это спринт. Контрпро опять выше, да. Так, с гитовый настраивает силы. Оставь третий класс и спринт возьми где-нибудь в другом месте. Да, и давай вот. Третий класс. А, что-то не сменились параметры. Сейчас. Так, трасса. Возьму, например, холмы. Нормально? А холмы, это, нет? По-моему, каньоны опять. Каньон. Да. А если китайский трамвайчик? Да, это город. О, это город. Так, максимально 7 игроков, класс выберут третий. Все, готово. Да, третий. Так. У меня сейчас выбор. Как выбрать дрифт камер? Режим имеешь в виду? Это что за опции? Я возьму полицейскую. Викторию. Все бы нет. Она будет наваливать, я думаю. Давай. Так, я ж этот делал. Готовы? Автомобиль. А, сейчас найду свой 350Z. Быстрее, минута осталась. Так, нормально, там полторы минуты. Нет, меньше. Минута ровно уже. А полторы, это пока что ждут, пока авто выберут, потом еще 30 секунд, пока будут искать. Понял, да. Игроков, типа. Игроков. Я уже взял. Ожидание. Пацаны, я лансер взял. Это что? Да. Я полицейскую взял, а чё бы нет. Полицейскую? Да. Дефолт... Ой, не бери такой дефолт... Это дефолт стринг, он вообще этот неуправляемый.
Да. Возьми, нажми там, найди там PD1, или как это так называется? Полмент PD1, да. Да, полмент PD1. Я уже взял эту MD, проведет RFK. О, Дрифт на ней. Ладно. Most Wanted Edition? Да, 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 да. О май гад. Ладно, я хочу на это посмотреть. Ну, пацаны, на нашем здании в модовых бэках катались, особенно на той, кто второго класса. Нет. А на Audi S5. Они в группу не заходят. Я выбрал тачку. Я уж не буля. Конечно, законченный на спизде, я вот в камеру сейчас пойду. Так, пацаны, все. Все, ну 8 дадут. Сейчас будет. Mm-hmm. Готовьтесь. Ладно, что, давай хреначим сало бьют. Все равно родители дома нету, что времечко, что 20 минут позволяет. Ладно, 5-4, 3-2-1-3. Всем привет, друзья, пожалуйста. Мы сегодня скайп. Нажмите К. К нажал. Еще раз. Еще раз. У тебя должна быть камера? Работаем. Должна эта специальная камера включиться. Да, 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 да. Все, ну нужно ручником заходить, я чтобы работал. Ручником эффективнее. Тем более, что нет. Тут красиво, кстати, с моего плана смотрелось. Ну-ка, парный. А кстати, парный-то не такой шпакой. GTR, да. Как вам? Ван Асай про Эдишн. Да, да, да. Ой, здрасте. Так, Асай про Эдишн. Колесо Фортуны? Да, да. Ой, словил и всем тут. Какие? Пропагандируют туда. Подвисает, я бы сказал. Он гулял, поролся, что ли, конечно. Гонка, гонка там внутри. Вот тут где-то. Вот тебе и китайский трамвайчик. Нет трамвайчика. Как в Андалямаде, да? Нету. Кто победит Кали, полетели, ёпта. Делаем ставки, пацаны. Ты даже не знаю. Япония или этот. Калик был на GTO, да? Или да. GTO Рикос. Да, да. Япошка Лансер против Рикоса GTO. А, Лансер даже. Лансер наш, конечно. У меня Данюша. Я бы это дело Лансера заставил. Правда, не совсем так. Нормально. 74%. Ни хрена себе, в полете дрифтанул. Вы в Сеску? Я пошел вот так. По этой дороге. Дрифт эффективнее выглядит вообще. Как его воды. Какие повороты прикольные. А почему дрифты же мы не сделали для карбона это? А, свободно ли? И не смонтировали бы этот дрифтец для онлайна. Экстра опции в AdWords World. Что? А так можно было? Наверное. А тем более, что там добавляют. Копов? Кстати, да, копов можно было бы. Экстра опции в AdWords World. Фигеть, фигеть, фигеть. Классно идем, классно идем. Такс. Я в голову не копался. Кстати, пацаны, хотите прикол? Те, которые эти, которые в скайпе. Короче, рунфлэш такой. Параметр рандом оппонент есть даже и у копов, и у трафика. Серьезно говорю. А да? После этого параметра можно в карбоне эту бэху ботам там дать, полностью дать. Так,
пацаны. Коппер Рич, это чё? Это у нас город, нет? А класс, главное, не менять. Сильвертон. Короче, пацаны. Что мы делаем? Машину? А как хотите, у меня уже 350Z сделан для дрифта, так что я на нем буду. Пацаны. Сильвертон, там нормально же спор? А я возьму Супру. Сильвертон? Да. Супру? На чё бы нет. А на смотря для чего там, как она прокачана? Ну, так нормально я смотрел, прокачана. А там же еще внутренние прокачки, там под дрифт или под спринт? У меня так под дрифт. Да, я посмотрю уже. Там же и специальная прокачка шин, она там под дрифт, его под управляемость. Ну, Бэха не очень показала себя в дрифте, так слегка наваливалась. У меня 350Z нормальный такой. Самый колец, я любаю его дрифт, самый пол. Корвет, да. И Лансер тоже. Нехило так. Ну да. Но Корвет получше, там скорость такая, что... Корвет в МТС 2015 там вообще она... Пацаны. Палит под снос. Корвет в 15-м? Да. Попробуй. Слышь, а чё Корпро не ты? Она настраивает там очень легко. А вот сейчас с вами поедем, могу давать... нет. На Пежо я проезжал. Видео, по-моему, на Ютубе. Реакции не хватает мне, блин. Мне может произойти и этот дневной мод поставить? А то я с ночным сейчас. Ну, я тоже. А, нет, у меня дневной. У меня ночной. Ну, будет. Да, нормально. Ну, так-то да. Ну, с дневным она как-то мне показалась поприкольнее. Ну, да. Там какие-то отражения новые появились. Надо еще раз перенажать К. Да, два раза. Кстати, пацаны, знаете почему? На моем канале никогда не будет там ни сбора пожертвований, ни там партнеров, ничего. Почему? Потому что налог на самозанятость. Я с налогом эти вот не хочу, лучше просто старого ничего не выгнать. А сейчас очень сложно зарабатывать. Супа из пролога? Да, она, кстати, похожа. Кстати, повороты тут опять же хорошие довольно. Да. Не прогадал, я на супу взял, конечно. Канал будет играть в их цели. Команда уехали там. Побаранюсь немного. Попадаюсь. Ой! Ой. Сокращает, наоборот, все вытянули сокращает. Ну да, да, да. Да. Да, да, да. Это есть такое. Да нахрена поехали? Да опять же спутали. Да, да, да. Ну что, я как пункт заход, если не помню. О, он сейчас почти прошел. Почти я. Отдалить машину, эффект не смотрится в дрифте. Если ее отдалить далее. А я хочу прикол, кстати. Вот я оставлю близко. Ну не так. Чтобы вообще интерфейс себе рубить. А как его вырубить? Вот нельзя вырубать. Залка. А? Залка. Ну да. Это было бы кинематики хреначить. Чуть ли супер прокачано. Что это за звуки, ёпку? Ну вот реально динамику было бы отлять. Не у меня. Не. И не у меня точно. Я еще нет. А теперь да. Так, у меня 2.39. 2.45. Так, я меняю трассу опять же. Давай. Мост Месса? Давай что-нибудь
такое. Ну-ка. Это что такое? Такое. Автострада есть? Автострада? Да. Ну вот я хочу посмотреть на мост Несса, это что? Мост Несса, ну знаешь, что это мост Несса. Так, я меняю транспорт, вверх. Я все так же на этой же автомобиле. Понятно, я попробую все. Так, у меня тут запись. Серега, а если тут, допустим, запись прерывается, сохраняется видео? Как понять? Что? Ну на это, через... Shadow Play. А, Shadow Play? А, там все нормально, там даже, когда вылетает игра, у тебя просто это запись идет на рабочем столе. Понял. Понятно. Так, ладно. Я тачку взял. Я тоже взял. Вот, пацаны, как вам такой, ну, я корвет. У меня на 9-й эволюшн. Уважем его больше не болит. Я уже надиктовался, на корвете еще чешу. Хотя он и так дрифтит. Он на ПВ посмотрим. МП4 отходит. О, Хантер Про. Так, о чем этот? Сейчас он возьмет что-нибудь. Ну не Лиманс точно. Ну да. Пусть пока выбирает что-нибудь. Мы ему дадим время. Да. А, он тоже Лансер взял за компанию. Что за корвет, кстати? А, это обычный корвет. Ясно. Все, я тогда начинаю. Кстати, ребят, я в Кабоне в ВЛТ обнаружил, короче, в разделе АИ некий коп-компакт. Это что такое интересно? Смойстный. Ну, там, смотри, на стримаке видно. Кстати, вышел трейлер. Какой-то компакт. Форсаж 9. Ключи в игре. Форсаж 9? Угу. Я еще не видел. Ну, неделю назад вышел. Ну тут может быть не точно, может надо проверить. Да, форсаж? Рано 9. Да я думаю, ну и где-то 2020-му что ли выпустят максимум. Не, ну трейлер. Если не к 21-му. Форсаж. А кстати, будет выходить что-то летом. Какая-то игра. Перезашел. Так, ой, перенажал. А, новый NFS. Там, пацаны, два Кенжи. Серьезно. Ты хочешь прикол? Когда я делал тачку для меня эволюшн. Ты не один на Эвике, что ли? Так вы все втроем на Эвике, я один на этот все. А, я Cyber Edition. Кинжи затаскивают конкретно. Да не, хочешь прикол? Короче говоря, немножко по поводу ВЛТ Карбона. Там, короче, ВЛТ НФС Карбон есть одновременно две записи. Коп Кросс и Коп Спо. Хотя вроде как Коп Спо это машина Кросс. В чем прикол? И зачем так делать? Это просто интересно. Да-да-да, я сам не понимаю тут. Оху-ху! Офигеть, тут вот пошел. Валим боком в онлайне с карбон. Да. Главное, чтоб EA не докопались. А, то они уже просто игру уже. Они сейчас заняты новыми интересами. Они как-то доступ-то перекрыли. Да-да, перекрыли, знаешь почему? Чтобы это, освободить свой сервер для нового FPS. Очень зря они, конечно, это сделали, блин. Ну да. Как он? Цау, неплохой был. Сейчас я что-то... Может быть, выбрать... кольцо? Попробуем. Возьми. Давайте возьмем жилой квартал. Так, круг. Значит, 3 хватит или 2? 2. 2 хватит. Так, 2. Все, класс 3 оставляем. Mm-hmm. У меня, конечно, есть тут этот вайпер недоделан, ну ладно. Что же сейчас? Нет, лучше не брать его. Что же взять? Можно взять корвет. Попробовать, почему бы нет. Там какой есть? Этот, как его?
Коса, что ли? Похож. Вроде он. Ну посмотришь. На секвосту. Тогда все ясно. Вот это черно-белый, да? Это он? Да, 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 он. А что все ясно? Я взял. Пробел, чтобы начать. Все готовы? Я взял. Я, конечно, маслкар взял. Так дрифти. А соп, два человека челленджер взяли. Опять. Один коррет, один 350 зет. Не, на Мурсилагу зачем нафиг? Особенно в этом серии соревнований там дают же дрифтовать на Уамби. А, да, помню. Не забывай, там есть с Астон Мартином. А, но есть такая хрень. Господи, я знаешь, как страдал с этим челленджем? Я его, знаешь, когда походил еще летом, где-то в августе, что ли, на Xbox 360. Такой трэш, на самом деле. У тебя был Xbox? Да, у меня Xbox есть, да. У меня тоже был, я его продал. Хотите прикол? В OnePoint попалась читанутая версия Carbon. Пятский взял, да? Читанутая версия карбона, там все на ноль. Ноль, прикинь. Да. Валюта. Он, по-моему, версию потом сменил, кстати. Я так понял. Еще раз К два раза нажимаем, чтобы активировать. А, да, кросс. Здравствуйте, нафиг. Что назад возвращается? Опа! Это было неожиданно. А у тебя, кстати, кос прокачанный довольно. Я брал его где-то первый. Он косом на Ютубе. Знаешь почему? Потому что я зашел, знаешь, косы, которые пройден на 100%. Ну, NFSC, да. Да, там все прокачанные. Да, да, да. Там он из файлов игры вырезал вот эти вот основные тачки Купера. Да, 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 да. Там дарился, там все-таки. Да и трафика там в основном для послов. Еще интересно там насчет Mazda Speed 3, что там? Mazda Speed 3 трафиковая, которая, да? А что, она еще может быть как трафик? А, да. Она же как вырезанная считается. Интересно, там у нее характеристики появляются или нет? Понять. Опа, неожиданно здесь босс появился. Кинь, Серега, уже кто-то Audi A3 сделал. A3? Я специально подождал, даже я ударился. Соединение разорвано. Тантрам Про. Почему? Почему, спрашивается? Без понятия. Сам предельно. Всяко может быть, знаешь. А игру сворачивать нельзя. Кстати, да. Ну, в гонке нельзя. А, в гонке-то понятно, некогда сворачивать. Ну, если понадобится. Данил, а по поводу А3 не про нас говорил, да? Нет, там кто-то еще сделал. О, свиньёный там со всякой фигнёй, типа. А вы врага. Сейчас же, кстати, появились уже моды на расширение автопарка. Что там? Способности для мост-модов. Кстати, Most Wanted в одном сейве у меня 100 машин. Ого. Это какая-то Демси. 100 машин. И этот сейв называется 1-1-1. Просто говорил, надо походить на джипе. Поехали.
Дрифт режим включил. О, офигеть, она, кстати, дрифтит на... Да, только дрифтит, да? Да-да-да, реально. Жесть. Как Асайблин... Главный дрифт, вот на них классно дрифтится, наваливает. Вот Асайблин вообще в каньоне дрифтил. А вы заметили, что тут плавный дрифт на них? Да, пожарки особенно. А я же о чем и говорю, что... Только не... Главное рядышком держаться. Тут пахнет на нем. Можно легко. Косяки. Машина большая. Да, большая. Ну стоп. Плавно дрифтище, кстати. Уменьши ее. Трасса не совсем подходящая. На цены же можно. Разгон тут. Трудно, трудно, да, наверное? Ой! Так, опа, опа, извиняюсь. Плавно так, знаешь. Так, не в срезку, не в срезку, не в срезку. Куда? Опа, о, шесть. А вот, теперь я его не получал. А сейчас, о. Да, тут места мало, да? Ну, я как-то дрифчу. Я вижу, я тоже стараюсь. Ой, тут плавно слишком. Меня же закрутило. А мне нормально, знаете. Ох, я. Ох, я. Об стеночке ее носит, да? Медленно едет ее, носит. О, кстати, а если видом с этого? А так можно? Там слоны нельзя. Да? Что у меня текстуры пропали? На секунду. О, попробуйте, знаешь, какой вид классно. Вид сверху вот это. Ну, вид как сверху. Ручником вообще хорошо закрыть. О, тут поворот прямой. Хороший такой. Опа. Хорошо, мне занесло. Вас подождать там? Это что-то я угнал от вас. Будь там, где. Где там? Не ожидаю. Кстати, тут. Кстати, тут текстуры дерева у матмейкера хорошо получились. Тебе будет выгодно теперь. Не, на рекламу все хорошо светится. Ты что, уже поставил к нему на эмо? Я оставил... У меня сейчас ночной стоит. А я по текстуре именно, про график. Да, тут пальмы так смотрят. Угу. Пальмы просто вычислены до 4К, по-моему, разрешения, если не ошибаюсь. Ну, очень просто обычное разрешение. Кажется, это пальма есть и в NFS Undercover, блин. Undercover я что-то не видел. Тут хороший поворот был. Так вас подождает, там что-то слишком медленно. Так у нас по течению плывете. Так медленно. У тебя, наверное, попрокачанная. Нет, я прямиком из автосалона взял. Я еще не дружкой пользуюсь, она ибо помогает. А у меня она не работает. Тут дрифт. Блин. Вот тут хороший поворот опять же. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, давай, давай. Опять. Слушай. Ай. Здесь слишком. Опять же, хороший поворот. Mm-hmm. Кстати, может, у меня преимущество в том, что я на джойстике играю? Как у... О, тут как много дерева. Как Асайбр дрифтовал, я не понимаю. На этом... Тренировался каждый день. Как он рассказывал. Наш большая. Закладываемся. Тогда. Вот тут. Тут, да, хороший поворот. Мы на пожарках дрифтим, прикинь. Да, на тему. Пусть будет разнообразие.
Да, спасибо за идею, реально прикольно получается. На вертолетах подрекнись попробовать. На вертолетах. Ну, я снимал ролик в МФС Карбон, где я обитал на вертолете. Нормально. Заменял. Да, если серьезно, заменял типа 3D модельку полицейского полосного корвета, мне надо 3D модельку вертолета. Серьезно, кстати. Ай, чё мне в стену прыгаешь-то? Ты меня в стену выгнал, вот так хороший лифт получился. Нет, ещё так далеко уехать-то. Мастера, потому что. Кто тут хороший поворот был? Да, всё, поехали. Ну, так, крутого сделать. Вот, заложился. Ещё назад успел посмотреть. Ой-ой-ой-ой. Ой, здрасте. Хорошо так. Ой, или плохо? Что? Я не это... За премиум аккаунт открывается. Так, кстати. Алка. Донатишь разрабом и получаешь. А прикинь, вот эту вот хрень на джит-физику еще. Ну чё, в Волге собрались на пожарке, пацаны? А там и на ИС? Нет, это скрыто просто и всё. Чё всё тогда? Вот, я так охраняю запись. А, пацаны, скрыто. Так, ну что ж. Было интересно, больно. Слышь, я, кажется, помню, Филипп даже снимал ролик, где там показывал все машины. Где именно? В NFS World. А. Там и BMW E46 было, по-моему. Гоночная. Да, была она там. Так, ну всё, пока мы. Давай, давай. Я тоже понял.